Русские не придут. Не приедут на танках, не прилетят на вертолетах, не будет вежливых зеленых человечков с автоматом наперевес. Они не пришли на Киевский Майдан ни в декабре, ни в январе, ни в феврале, не разгоняли его и не помогали Беркуту. Они не придут и в Одессу. Сколько бы людей и с какой жестокостью там бы не убили бы, кто бы их не убил, они не придут защищать русских и пророссийских одесситов, не придут их спасать, не придут наказывать виновных в геноциде русских. Русские не введут войска на Украину, как это ни прискорбно и цинично не звучит для одних и невероятно и радостно для других. Хватит стенать и взывать о помощи, хватит звать российскую армию русофилы, хватит трястись в параноидальных припадках русофобы, не будет никакой российской армии. Почему? А давайте посчитаем. Вот город-герой Одесса, например. 1 миллион жителей. Во время трагических событий последних дней на Куликовом поле людей с георгиевскими ленточками было пару сотен, а бандерлогов – пару тысяч. Вызволять пострадавших узников пришла 1 тысяча. А теперь вопросы. Первый. Если бандерлоги взяли верх над пророссийскими, то что Одесса за город? Пророссийский или бандеровский? После произошедшего, как это ни цинично, логичнее всего назвать ее в унисон с Ириной Фарион, жемчужиной Бандерштата. Нет? Тогда вопрос второй. А где, собственно, весь миллион одесситов? Где он был с ноября? Где он был, когда люди заживо горели в Доме профсоюзов? Где он был на следующий день? Где он сейчас? Не горстка активистов, а миллион жителей. Да 100 тысяч хотя бы. Где? А я скажу, где. Дома, или на работе, или на даче, или в кабаке, да мало ли мест. Где его нет, так это на войне, которая, в общем-то, уже идет вовсю. А теперь внимание. Собственно, третий вопрос. Куда и зачем вводить российскую армию? Кого спасать и кого защищать? Какому окопу, так сказать, подносить патроны? В город, где миллион жителей живет обычной жизнью, когда убивают сотню? В город, где миллион жителей живет обычной жизнью, когда тысяча добивается освобождения невинных, раненых? Чтобы этот миллион назвал русских оккупантами, имея на это полное право и весомое основание? Что российская армия забыла в бендеровском городе, где с бендеровцами воюет мизерное меньшинство жителей? Одесситы, русские не придут. Русские никогда не придут в город, по которому можно пройти бендеровским маршем. Русские приходят только тогда и туда, где их будут встречать триколорами и цветами, как освободители. А в вас, одесситы, у русских есть серьезные основания сомневаться. Поэтому русские не придут. Русские не придут в Одессу ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Они уже пришли туда. 200 лет назад, и с тех пор не уходили. Русские – это вы, или вы не русские? Русские? Докажите.